Сынок. Ну как? Устоишь одна-то? Нет. С ним. Устаю. Тамарочку, Тамарочку, давай Тамарочку сюда. А вот Ванюшку. Ванюшку давай.
Так. Ой, ну давайте скорее же. Ну, Прасковья, с хлебом-то, с хлебом как? Хлеб привезут, все привезут, и ребятишек надо усаживать. А вещи-то, пожитки наши, пожитки. Все будет в порядке. Прасковья, да не ревите вы, господи ты, боже мой. Анися, тетя, что ты сидишь? Давай машину. Ну, давай. А снитр можно, что ли? Можно, можно, можно. Только смотри, стекло не разбей, ребятишек порежешь. Угу. Абоньки, сажайте ее. А ну, как, все, что ли? А? Васенька, а? Ты их до Шиповки довезешь. А меня у сельсовета подожди. Понял? Ладно, вы с нами едете? Скорее, да, скорее. Да. Николай Николаевич, скорее, ждем вас. Что это? Куда же это? Как? Николай, да смерть-то куда? Ничего не могу оставить, Прасковья Ивановна. Это единственное пособие на весь район. Пособие, пособие. Мы потом привезем. Знаем ваше потом. Садитесь, грузитесь в машину. Николай Николаевич. Николай Николаевич, а это вы где? Вот тут местечко есть, положи. Николай Николаевич. Когда я здесь. Не разбить, беда, осторожней. Вот так. Ну, как? Подвинься. Все сели? Все, все, все. Ой, ну чего же мальчик-то? Мальчику закройте головку, ведь ветрено будет. Плюшки ехать надо. Ему. Анисия, чего стоишь? Прасковья, ты мне одно скажи. Неужто нам на чужой земле помирать придется? Вернемся, бабка Анисия, обязательно вернемся. Да еще так заживем, что тебе и помирать не захочется. Ну вот. Не задерживайтесь, Прасковья Ивановна. Не задержусь, Николай Николаевич. Поехали. Ну, поехали. Васяцка, трогай. Трогай, Васяцка. До свидания, Прасковья. До свидания. Пашенька, желаю тебе. Значит, остаешься, Алеш? Да куда уж мне. А тут, глядишь, и польза будет. Только ты осторожней. Да ладно, ладно. Ты за меня не беспокойся. Мы еще встретимся. Я помирать так скоро не собираюсь. Ну, конечно. Ну? Собираемся, а? Поедем, Витенька? Мы поедем. Поедем, Мими, поедем. Нет, коню. Пашенька, раненых привезли, тебя просят. Хорошо, сейчас иду. Ну, Витенька, ну давай-ка. Давай-ка, мой Мими. Давай, хорошенький, хорошенький ты, мой Витенька. Осталось? 9. Хорошо. Кто у вас председатель? Я председатель. Мне нужна срочно машина. Машины все ушли. Может быть, под воду вам? Все равно, давайте под воду, только скорее. Врача ко мне. Немедленно отсюда эвакуироваться. Есть. Мурашов! Я. Распределить всех по машинам. Да, но ведь мест нет. Знаю, знаю. Потеснитесь. Выполняйте. Есть выполнять. Пойдемте, помогите. Держи. Ничего, ничего, Лукьянов. Потерпи, Иван Степанович. Ворона. Ваня! Ванечка!
Ваня! Ванечка! Ванечка! Ваня! Ванюша! Ванюша! Ванечка! Витенька! 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 Папка наш! Пойдем, пойдем. Теперь ты ему не поможешь. Ребеночка пожалей. Ай, Ваня! Пойдем. Ваня! Ваня! Миленькая, пойдем. Ай. Водителя нашего убила. Ай. Ты поведешь машину. Ай. Братцы, сейчас, ай, сейчас. Thank you.
слышишь нас, Прасковья Ивановна? Били тебя. Прасковья, прилегла бы, отдохнула бы, а? Довольно шкулить-то? Ну вас к дьяволу! Перестаньте, бабушка! На вас наши мужики головы сложили! Тихо! Да. Тихо! Ее хоть пожалейте. Двадцать годов живу с окаянной и 20 годов воюю. Вот бы кому оглохнуть, онеметь, а не Прасковьи. Ах ты, бесстыжие твои глаза! Ведь ты за советскую власть горой стоял. А теперь, когда она гибнет, из тебя дух вон. За мухрышка ты, затычка, прости господи. Затычка? Затычка? Да я бы, ядрёная масленица, давно в артиллерии был, кабы ты меня в чехотку не выгнала. Да. Вот. Довольно тебе, тянь. Вот ты что. Что? Мужики! Мужики! Фрицы! Фашисты! Что делаешь? Фрицы идут! Что ты воевал? Откуда? Где? Они? Где? Здесь! На дороге! Быстрее в лес! Ребятишек спасай! Тилка, тилка, звоните в лес! Куда? Беги скорее, убьют! Погоди! Не пускайте ее, мужики! Thank you.
Ты, ну, эй, дьяволы, ну развяжите же нас! Христос воскресе из мертвых! Стой, Фриц! Стой! Брось, говорю! Не горячись, Вася! Спасибо, братцы, выручили. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот мать честная, ловко вы их, ох, ловко. Сами-то чьи будете? Да мы сами... Были под фрицами, а теперь с рукавицами. А это кто? А это наш тракторист. Вот что. И бензин наш. Огнали нас ваш хлеб убирать. Здрасте. Теперь мы, значит, одной веревочкой связаны. Куда вы, туда и мы. Здравствуйте. Ну что ж, рисуни в избе, всем места хватит. Здравствуй. Здрасте. А кто у вас за главного? Ну, за командира. Она что? Все целы. Подсчитайте. А мои-то где? Степан! Васятка! Раз драться пришел, становись лицом в лицо. Засучай рукава. Безо всякой хитрости. А то что? Ну, убил ты меня. А что толку-то? Сукин ты сын. Ты дух у меня вышиби, ядрёна масленица. Вот тогда твой верх. Ты понимаешь меня, Фриц? А я зря говорю. Ни черта ты не понимаешь. Немец, перец. Колбаса. Дядя! Дядя! Дядя, ты живой, дядя? А ты не гневайся, мать. Не гневайся. Все-таки обидно.
жил-был Степан Орлов, а умер Степан Затычка. Ах, мать, мать, Бог простит тебе, а я пойду. Действительно, мы вроде партизан. Партизане-то мы партизане. А хватится фрицы обоза. И явятся сюда партизан искать. Да не на все, а на бензине. Воевать мы не умеем. Командира у нас нет. Оружие. А ребятишек 38 душ, да бабы. Это легче всего так говорить, Кузьма Игнатьевич. Да, ты предложи что-нибудь потруднее. Не мы одни в таком положении. Нужно нам пойти в район, людей собрать. Сохранили же люди в районе. Свяжемся с ними, посоветуемся. Во-во, самое время конференции собирать. Ну, тогда будем пробиваться к своим. Прогрыземся. Будем отбиваться, чем сможем. Ну, а если убьют, то уж лучше в бою, чем на виселице. Николай Николаевич, куда ж пробиваться-то? Фронт-то у Химкова пролегает. Все равно будем пробиваться. Ну, в общем, дело ясное. Хлеба у нас нет. Лошадку прирезали. Хватил ее на 2 дня. А всего их у нас 4. Ну, съедим их. А дальше что? Конечно, у фрицев тоже не сладко. Но мы к этому привычны. Так вот, может, вернуться по домам. Все-таки своя крыша, свое хозяйство. А корка хлеба у каждого найдется. Посмотрим, подумаем. Ты думаешь, с этому веревка шею не своротит? А ты не пугай. Ты у фрица был? Был. Ты что ж, видел, чтобы он всех подряд вешал? Он тоже разбирается, хоть и фашист. Ну, коммунистов, конечно. Так у них власть была. Ну, евреев. А нас за что? Фашист тоже без мужика не может. Ему тоже мужик нужен. Что ты городишь-то? А то наелся я счастливой колхозной жизни. По самое горло. Штаны на заднице прохудились. До скорого свиданица. Куда? Скоро все там будем. Пока живы, драться будем. Баб с ребятишками подальше отправить надо. Хлеб будем жечь, избы сожжем, в лесу завалы устроим. Ни днем, ни ночью фашистам покоя давать не будем. Кто боится, не держим, пусть уходит. Вот мое слово.
Счастливо. До свидания, Прасковья Ивановна. Сеня. Ну? На чьи? Возьми меня с собой. Понимаешь, как тебе... Ну... Прасковья Ивановна, ты уж по поводу Феньки-то... Ну ладно, ладно. Сеня, а Сеня? Чего? А у нас все правильно, а? Да правильно, правильно. Сеня. Чего? А если мы сейчас умрем здесь, а? А черт его знает, все может быть. Хотя нет, не может. Не может. Ведь мы уже не виноваты, что война, правда? Была мне судьба для тебя родиться. Была. Была, была. Ушел бы в армию. Вот и не для тебя. Ходил ведь с Ванькой-то, Бобровым. О, ноги ходили. Ну да, ноги. А душа к тебе летела. Знаешь, девка семерых любит, да недолго. Одного приголубит на всю жизнь. Пошла теперь. Да мы с тобой не жили ни денечка. А кто тебе не велел? То великое заговение, видишь, лигарев, то лета они все сполна. Да. То вот тебе великое заговение. Без печати боялся, а теперь где ее возьмешь? Сень, так я ведь... Стуча. Сердце у меня. Сеня. Чё? Давай избёнку в лесу построим, а? Тихо ты, ну тебя к лешему. О, хоть бы недельку в бабах пожить. Хоть бы один разок тебе хлеба испечь. Пришел бы ты домой. Злой, голодный, грязный. Не, погоди, погоди. Я в тебе знаю, что... Погоди, погоди. Ты это сердце погоди у меня. Погоди ты, сердце. Идут. Ой, правда идут. Сеня, я боюсь. Я ближе к тебе, а? Тихо. А может, теперь у меня сердце? Нет, нет. Идут. Сенька, идут. Погоди, давай. Погоди. Погоди, погоди, погоди. Во-во, тихо, тихо, во-во. Тихо, тихо. Во, входит. Пусть подходит. Вот, пусть давай. Подходит, пусть. Ну, 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 давай. О, въезжают. Давай. Давай, ну, включай.
Слушай, как сердце бьется. Чай, она слева, дура. Ой, сам ищи. Я не знаю, где она теперь. Сеня, а что, смерть выдумали? Или она всегда была? А? Выдумали. Фенька, дуреха ты моя. Генерала поймали. Разрешите эту вещь. Ну. Товарищ командир, наша разведка захватила немецкого генерала. Маша, это тот самый генерал фон Фальк. По-русски знает? Уходи. Сеня, пойди-ка погуляй. Так, иди. Я настаиваю, чтобы меня передали в штаб воинской части. Я военный и требую, чтобы допрос вели соответствующие чины русской армии. Предупреждаю, что на ваши вопросы я отвечать не буду. Но воюешь? Всю жизнь. Много человек перебил? На войне человека нет. Есть солдат мой и солдат неприятеля. Твой? Мой. Сколько ему? 3 года. Верните мне эту фотографию. Открытку? И ты просишь вернуть? А сына ты мне вернешь? Этот вырастет большой. Будет крестом твоим играть. Спросит тебя. А это за что? Что ты ему скажешь? Скажешь, как ты раздавил у русской бабы танком младенца? Скажешь, как ты бросал под гусеницы людей раненых? Скажешь? Или соврешь? Что ж ты молчишь? На, получай своего сына. Ты карателями командуешь. Сколько против нас послал? На эти вопросы я отвечать не буду. Будешь? Сколько человек в отряде?
Куда, сучий рот? Сволочь! Обожди. Обе мау. Погоди, это ж мало, серпа. Васька, у тебя ж есть. Чего есть? Пушка. Ну как раз по росту. Ну вот, всегда хапаешь. Ты сиди, считай. Сей, чё, а ну-ка рвани. Эх, ковдеть нельзя. А ну пусти. Чего тебе? Ух, командир. А ну, закрой глаза. Ну? Не весть. Ага. Бедные вы мои. А свадьба скоро? А я всегда готов. Прасковья Ивановна у нас... Он мне тоже очень нравится. А то чего это? Ни себе, ни людям. Да. Ну что, объявить, что ли? Гоша! Давай-ка я тебя налью. Нет, Прасковья Ивановна. Ему наливай. Ему наливай. Давай, наливай. Где пьют, там и льют. Да, действительно так. Ну, Прасковья Ивановна. Николай Николаевич, ты скажи им чего-нибудь. Кому? Ну, молодым-то. Ну что ж, праздник-то праздник. Сегодня нам сам Бог велел повеселиться. Так пожелаем же нашим молодым счастья и долголетия. Что случилось? Прасковья Ивановна. Фашисты Москву взяли.
говори. Фрицы по всем деревням праздник устроили. По радио кричат. Афишки расклеили. Барщину на один день отменили, сволочи. Взяли Москву. Врешь. Врешь. Говори толком, откуда известно. Да об этом только разговоры, Николай Николаевич. В Сосновке был, в Осиновке был. Да всюду говорят. Кремль взорвали. Говорят, горит Москва. Много чего говорят. Повторять не хочется. Неправда. Неужто вы верите? Мы тут за Осиновку бьемся, каждую сажень земли кровью поливаем, а там Москва. Москва! Ведь если нет Москвы, как же тогда жить? Как сердцу не разорваться? Вранье. Вранье. Наша Москва. Не мог народ свое самое родное, самое кровное отдать. Знаю, вижу, собрался весь народ наш и отбил, отогнал, не пропустил, не мог пропустить. Наша Москва. А вы поверили, распустили нюни, как бабы. Стыдно. Надоело вам лесу храниться, вот вы и поверили. А я не верю. Не верю и докажу. Сварёк! Пашенька, что с Москвой-то? Наша Москва.
патрули по всем дорогам. Всех баб ловят. Вот так они нашу Прасковью Ивановну хотят поймать. Я нашла Алексея, он мне все и сказал. Он сам видел, как ее вели, били ее, заперли всех в сарай, кругом караулы стоят. Все бабы там. Николай Николаевич, они всех убьют. Сенька тоже там? Ага. Что ж тебе с ними будет, а? Неужто мы их там и оставим? Нет, нет, Фенюшка. Нет, не оставим. Как мы ее отпустили? Ладно, кается-то. Что делать будем? В Сосновке у нас кто? Товарищка. В Череватовке? Коротков. А в Осиновке? Богданов. Вот что, надо поднимать народ. Сегодня ночью нужно предупредить всех. В среду в Осиновке хотят казнить Прасковью. Понятно? Понятно. Понятно. А поднимем ли? Да должны поднимем. Поднять. А не поднимем грош, нам цена. Поднимем всех, все деревни поднимем. Так вот, значит, у крутой горы. В среду на рассвете. Иди, товарищ. Среди вас находится известный бандит, товарищ П. Укажите, кто он, и все будут освобождены. Если вы не укажете, кто он, мы должны будем всех вас расстрелять. К сожалению. Ну? Может быть, вы, товарищ П. Не смей. Может быть, вы? Стой! За что невинных губишь, сволочь? Я, товарищ Б. Товарищ П. женщина. Сеня! Сеня! Сенечка! Сеня! Паша, Феньку-то мою сбереги.
меня совсем глупенькая. А смерти нет. Выдумали ее. Может быть, вы? Стой! Я, товарищ. А чем вы мне можете это доказать? Филипп, утром казнь. Паша Лукьяновой. Собирай народ. Завтра казнь. В Осиновке. Велено всем собраться. Понятно? Понятно. Винтовок? 98. Гранат? 300. Ну, в добрый час. Завтра казнь. Всем быть на рассвете у крутой горы. Понятно? Михалыч, собирай своих. Никита, пора. Собирай народ. Завтра казнь. Halt, halt. Wohin führst du sie denn? Zum Verhör. Zum Verhör. Ich will sie auch ein bisschen verhören. So ein bisschen, was? Verhören, was? Dir ist kalt, was? So, komm mal her. Ich werde ein bisschen Wärme einflößen, was? Ну-ка, бери его. Так. О, черт, какой тяжелый. Гадина. Молодец, Венечка. Замерзла? Ничего. Скорее, скорее, ребята! Thank you.
Здравствуйте. Как поживаете? Пожалуйте. Эй, мужики! По приказу германского командования мы будем казнить известный бандит товарищ П. Наша! Осиновка наша! Советская! Откройте! Откройте! Мы здесь! Откройте! Открывай! Менюшка! Менюшка! Спасибо тебе, Менюшка! Пустите! Пустите! Сеня! Сень! Сенька! Сеня. Сень. Сенечка. Сёмушкин! Плачь, плачь, Фенечка, плачь, милая. Прасковья Ивановна.
Прасковья, народ ждет. Ну, что я скажу? Хорошее скажешь. Товарищи, вы мои дорогие, родные мои, спасибо вам. Спасибо и вам, кто жизнь свою отдал, кто кровь свою пролил, а радости нашей не увидел. Москва нам привет передает, крыльями машет. И у нас, у самих, будто крылья выросли. И жить так хочется. Так поклянемся же, товарищи, пока солнце светит, пока трава растет, драться за жизнь нашу, за землю нашу, за власть нашу советскую, за радость. Драться до последних сил, до самого последнего вздоха. Трудно нам, товарищи, трудно. А все-таки радостно. И пусть нам еще горше будет, еще трудней. Ничего, мы со смертью встречались и устояли. И навсегда устоим.